ванную, завтра в постели пары недра, северный юг, парные кедры покажет вам. Ком, мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, делец и банкир, владелец заводов, газет, пароходов, решил на досуге объехать мир. Отлично, воскликнула дочь его Сьюзи, давай побываем в Советском Союзе. Мой друг, у тебя удивительный вкус, сказал ей отец за обедом. Зачем тебе ехать в Советский Союз? Поедем к датчанам и шведам, поедем в Неаполь, поедем в Багдад. Но дочка сказала, хочу в Ленинград, а то, чего требует дочка, должно быть исполнено. Утром у Кука звонит аппарат. 4 каюты, Нью-Йорк, Ленинград. С ванной, гостиной, фонтаном и садом. Только смотрите, чтоб не было рядом негров, китайцев и прочего сброда. Мистер не любит цветного народа. Кук, телефон отвечает здесь. Будет исполнена ваша честь. Ровно за 10 минут до отхода Твистер явился на борт парохода. Рядом старуха в огромных очках, рядом девица с мартышкой в руках. Следом 4 идут великана, 24 несут чемодан. Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, банкир и богач, владелец заводов, газет, пароходов, на океане играет мяч. Полдень, устав от игры и жары, Твистер, набегавшись в волю, гонит кием костяные шары по бильярдному полю. Пенятся волны и мчится вперед многоэтажный дворец-пароход. В белых каютах дворца парохода вы не найдете цветного народа. Негров, малайцев и прочий народ в море качает другой пароход. Близится шум ленинградского порта. Город встает из-за правого борта. Серые воды, много колонн, дымом заводы темнят небосклон. Держится мистер рукой за шляпу, быстро на пристань сбегает по трапу. Вот, оценив Петропавловский шпиль, важно садиться в автомобиль. Дамы усаживают, сложенные вещи. Автомобиль огрызнулся зловеще и покатил по асфальту шурша, в лица прохожих бензином дыша. Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер, владелец заводов, газет, пароходов, входит в гостиницу «Англетер». Держит во рту золотую сигару и говорит по-английски швейцару, есть ли в отеле у вас номера? Вам телеграмму послали вчера. Есть, отвечает привратник усатый,
номер 9 и номер 10. Первая лестница, третий этаж. Следом за вами достанет багаж. Вот за швейцаром проходят с цепочкой Твистер с женой, обезьянкой и дочкой. В клетку зеркальную входят они, вспыхнули в клетке цветные огни, и повезла она плавно и быстро кверху семью отставного министра. Вдруг иностранцы разинули рот. Мистера Твистера кинуло в пот. Сверху, из номера 190, шел чернокожий, громадного роста. Черной рукою, касаясь перил, шел он спокойно и трубку курил. А в зеркалах, друг на друга похожие, шли чернокожие. Каждый рукою касался перил, каждый короткую трубку курил. Твистер не мог удержаться от гнева. Смотрит направо и смотрит налево. «Едем», — сказали старуха и дочь, «едем отсюда немедленно прочь. Там, где сдают номера чернокожим, мы на мгновение остаться не можем. Вниз по ступеням, большими прыжками, мчится приезжий в широкой панаме, следом старуха в дорожных очках, следом девица с мартышкой в руках. Сели в машину сердитые янки, хвост прищемили своей обезьянки». 2.40, 2.48. Астория. Можно ли вызвать швейцара? Григорий. Слушай, Григорий, наверное, сейчас к вам на моторе приедут от нас трое туристов. По имени Твистер. Это отчаянные скандалисты. Ты говори им, что нет номеров. Понял, Григорий? Так будь же здоров. 21.18. Сицилия. Можно ли вызвать швейцара Василия? Наверное, сейчас в автомобиле приедут от нас трое туристов по имени Твистер. Это отчаянные скандалисты. Ты отвечаем, что нет номеров. Слышал, Василий? Так будь же здоров. 5.35.39. Италия. Можно ли вызвать швейцара Виталия? Здравствуй, Виталий. Сейчас и так далее. Мчится по улице легкая пыль, мчится по улице автомобиль. Улица Гоголя, третий подъезд. Нет, отвечают гости.